дорогие друзья, вы можете видеть часть цирковой программы в рамках фрагментов кульминации байк-шоу 2018 года под названием «Русская мечта». Ваши аплодисменты! А в данный момент я хочу предоставить слово президенту мотоклуба «Ночные волки» Хирург! Дорогие друзья, мои братья и мои гости, сегодня на закрытии сезона 2018 к нам приехал специальный гость. Мы назвали его между собой
русский реактор с аварским сердцем. Хабиб Нурмагомедов, аплодисменты! И сегодня я не могу отпустить его без подарка. Этот подарок очень символичен. В этом подарке бьется русское сердце. Этот подарок – мотоцикл. Я не знаю, есть ли у него техника, которая была 100% российской. Но сегодня она у него будет. Это очень специальный мотоцикл, который победитель многих выставок. Я уверен, что он его полюбит. А ему я хочу передать огромное спасибо за его любовь к своей стране, к своей земле. Потому что каждый бой его – это бой за Родину. Потому что спорт без этого – просто пустопорожняя трата времени. Поэтому, внимание! Я хочу, чтобы сейчас он увидел тот подарок, который мы ему приготовили. Пойдем. Yeah.